В Башкортостане перевозчиков будут штрафовать за отсутствие терминалов для оплаты. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. Кроме того, представители контролирующих органов проведут рейд по частным перевозчикам. Поводом для этого послужили многочисленные жалобы пассажиров на отсутствие терминалов в автобусах и отказы водителей принимать оплату проезда безналичным способом. Отмечу, что в 2021 году введены новые штрафы за нарушение от неиспользования онлайн-касс. Так, сумма взыскания за неприменение кассовой техники может оказаться больше суммы невыданного чека. Повторное нарушение влечет дисквалификацию должностных лиц на срок до 2 лет. В отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц предусмотрено приостановление деятельности сроком до 90 суток.